Привет, друзья! Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о приседаниях. Говорить-то мы с вами будем о приседаниях. О том, как приседать тяжело, много, много в плане веса, много в плане повторений. И на первый план здесь выходит спина. Без мощной, хорошей спины вы не сможете приседать. Кто постоянно следит за моими выпусками, статей, видео, помнит о том, что я делал сюжет о рейтинге мышечных групп и их зависимости друг от друга. Так вот, это как раз-таки тема, касающаяся этого материала. И не зря становую тягу я ставлю на первое место и спину ставлю на первое место. Потому что тренируя становую тягу, вы тренируете все ваше тело. Вы тренируете даже ноги. Но если вы будете в начале своего тренинга уделять больше внимания приседам, чем спине, вы можете научиться неправильно, неграмотно, технически приседать именно из-за слабой спины. Поэтому, соблюдая принцип рейтинга мышечных групп, на начальном этапе укрепляйте спину. Отдавайте предпочтение становой тяге. Но это не значит, что не нужно делать присед. Это значит, что нужно делать приседания менее интенсивно, с более меньшей нагрузкой, чем становую тягу, чтобы вначале укрепить ваши мышцы спины. И после этого ваш присед будет поражать и вас, и окружающих. Это очень важная информация, на которую следует обратить особое внимание. Не забывайте также о подтягиваниях. В приседе, как и в становой тяге, работают абсолютно все мышечные группы. Если вы прогрессируете в этих двух упражнениях, грамотно и правильно питаетесь, полноценно отдыхаете, восстанавливаетесь, вы будете расти. Будут расти абсолютно все ваши мышцы. Особенно, повторюсь, на начальном этапе. Поэтому, ребята, хотите много приседать и тяжело приседать и с большим весом, усердно тренируйте вашу спину, особенно становую тягу и подтягивания. Чем больше и чаще вы будете подтягиваться, особенно на начальном этапе, особенно пока вы подросток, тем более массивнее будет ваша фигура, тем более V-образной будет ваша фигура. Но не только спина будет расширяться, будет расширяться и весь плечевой комплекс. Ваши плечи, ваши дельты получат большой стимул к росту. И чем шире будет ваша рама, тем мощнее на этой раме будут смотреться ваши дельты. Не забывайте, спина – это основа всего. Спина задает тот путь, которым пойдет ваше тело. Как оно будет прогрессировать? Насколько массивным вы будете? Становая тяга, подтягивание. Первое и главное, о чем вы должны думать и выполнять. Здесь на соревнованиях Power Games необходимо было выполнить максимальное количество толчков бревна для стронгменов. Я знал, что максимальное количество, сделанное предыдущими атлетами, было 30 повторений. Поэтому мне было необходимо для победы сделать хотя бы на одно повторение больше. На 20-м повторении я сильно устал, мышцы закислились, и тело не слушалось меня. И если бы у меня не было мощной спины, если бы я не начинал свой тренинг 25 лет назад с тяжелых становых тяг и подтягиваний, я бы просто не смог закончить данное упражнение. Но после 20-го повторения я уже выполнял на автомате. Дыхание было никакое. Если бы моя спина не держала меня, я не мог бы работать дальше.
Не так сильно устали руки, как именно, как усталость была общей, давила нагрузка, и мне приходилось невероятными усилиями воли работать, чтобы выполнить это 31 повторение. Но, как вы видите, получилось. После этого я 10 минут, правда, не мог говорить, но все-таки остался доволен. И все, кто болел за меня, тоже были довольны. Попробуйте. Вес бревна был около 90 килограмм. Может быть, у вас получится выполнить большее количество повторений. Номер один, Егор, номер один. Как самочувствие? Воды? Воздуха не хватает. Молодца. Ну что, друзья, подытожим. Хотите тяжело приседать на большое количество повторений, на малое количество повторений, с большим весом, со средним весом, вам просто необходима мощная спина, как вы уже поняли. Лучше всего для этого подойдут становые тяги. Широчайшие мышцы нам нужны, чтобы не горбиться в верхней части корпуса, когда мы делаем приседания с тяжелым весом. Помимо этого, широчайшие делают вашу фигуру по-настоящему широкой, по-настоящему V-образной, и уменьшают визуально талию. При этом, когда вы тренируете широчайшие, каркас расширяется, и плечи, дельты, становятся больше, особенно, когда вы будете их еще дополнительно тренировать. Помните об этом всегда. Вы все помните, что у меня и грыжи, и протрузии, но тем не менее я смог вернуться к большим приседаниям, к тяжелым становым тягам. Делаю уже далеко за 200. 180 последний раз присел на 8 раз. Сегодня хочу присесть 500 паундов. Сами посчитайте, сколько это в килограммах. Так вот, я это говорю не для того, чтобы похвастаться и снимаю свои ролики, а только для того, чтобы вы поняли, что нету опасных упражнений, нет серьезных проблем. Все наши проблемы только в нас с вами, в нашей голове. Поэтому, ребята, тренируйтесь, следите за техникой, грамотно питайтесь, правильно восстанавливайтесь. И будет у вас все хорошо и прекрасно. Еще Дориан Яц говорил, что не питание нужно строить под тренировки, а ваши тренировки строятся от того, насколько хорошо вы питаетесь, насколько хорошо вы отсыпаетесь, восстанавливаетесь, проще говоря. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!